Лепота. Знакомый с детства звук. А какой сегодня день? Пятница. 1 июля. Мы снова на Неллинге. Трава по пояс, и мы начинаем с ней бороться. Костя, передай тете Люсе привет. Тетя Люся, пользуясь случаем, передаю привет из самых недр Неллинги. Да, самая дальняя деревня. На нынешний день живая. Живая даже. Да. Вот так вот все заросло. Снимаю для того, чтобы сравнить, что будет потом, когда мы поедем. А вот наша героиня, Наденька. С кем мы приехали, спрашиваете вы? В этот раз с нами Василич. Василич, передавай привет. Привет всем. Это что, чайник для воды технологической? А то чайник воды для кипячения. Но мне воды не жалко, так. Все вроде бы в порядке. Даже мыши не ходили. Молоко не выпили. Ничего не хотят. Так, оводов. Оводов. Сегодня будет борьба с оводами. Оводов. Прилетели за нами с Неллинги, с Павловской. Думаете, что он делает? Его приперло, он хочет в туалет. И вот поэтому первая дорога всегда косится до туалета. Потом будет коситься до бани, вокруг бани и вокруг дома. Вот. Вот такая нынче у нас жара. Фу. Пиво творит чудеса. Фу. Всего лишь стаканчик пива, и эта коса безостановочно, подносите какие снаряды, вот, видишь, потихонечку мы выкашиваем, вот вдоль дома уже выкосили, так, жара продолжается, ждем пельменей. Привет, мы сейчас поедем за водой. Повторитель потерялся. Совсем? Совсем, одна лампочка осталась. И нету? Кого? Повторителя? Да. Где-то выцарапало его этим самым, кустами. Ну так мы поедем за это. Да? Из-за этого я типа не думаю, что мы не поедем за водой. А, блядь, гайцы могут остановить там до поворота. Я думаю, что мы такую снимем у Нивы, наверное, да? А у него разве такой же? У него, по-моему, другой повторитель. Вот это вкусняшка теплая. Ну все. Короче, смотрите, у меня камера снимает все ваши происшествия. Шеф, трогай. На тебя? Нормально? Шеф потрогал. Ну, да. Привое. Шеф потрогал и сказал, ого. И мы поехали. Не знаю, куда. Никто не захотел камеру взять, пришлось камеру надеть на голову. Как уж получится, да. Тут уж извините. Здесь, да, по-моему, мы заворачиваем. Вот. Посмотри, туда проехано. Да, это мы же ездили. Куда мы? Первый раз туда проезжали. Там проезжали. На елку. Да вы тут что, 300 давай? Нифига вы там не ездили никогда. Нет. Кто-то. А, ну он же говорил, что проезжали эти самые. Заценивали поля. Mm-hmm. Вот они решили, что заднее поле они запашут. Вот смотри, катали. И ничего. Только... Но зато вот этой дудки нету, Иван-чая. Видишь, по этому самому, вот где дорога есть, Иван-чая нету почти. Почти. Вот что, да? Это мы по Карповской катаемся. Полицейский. Это был вообще-то подлежащий. Да? Слежавшийся. Хорошо есть эти самые условные знаки.
Тут камень. Тут не камень, а тут этот. А бок? Топ. Я вот туда лопату взял, хотел скопать, и что-то как-то не понял. А что-то... потому что каракашка хорошо прошел. Ты сказал, ой, мы на машине тут тоже проедем. Ах, как я проеду на каракашке. Только ах, как я тут проеду на машине. Раньше мы вот здесь воду набирали. Да. Здесь же маленькие ступеньки делают, да. Марк, мы нашли твои ступеньки. Да. А что ты будешь вон назад? Вон идти. Выбери ступеньки. На пониженную, на блокировку. На всех мостах. Ху-ху. А мне бы это не валит. Сейчас. Слушай, давай здесь останемся, прохладно, свежо. Передачу попробуй включить. Передача, ты дурак, заедет. А, да? Ты слышишь, куда я еду? Василий, смотри, куда мы приехали. Василий, что здесь такое-то? Пошел Косте помогать. Да, посмотри. Вот смотрите, куда меня загнали. Загнали Надежду. Вообще. Говорит, каракат. Опа, потеря. Это мы где-то оборвали по лесу, а за водой это мы сюда ходили. Я почему и говорил, что нужно было вот это дерево спилить, а его не спилили. Надо было сюда заехать за водой. Так. Сейчас водички наберем. Лодки здесь оставим. Завтра спустимся. Воды немного, нормально. Щука есть, вижу. Щуки много, немерено. Но она не поймается. Решили, что сегодня здесь накачаем лодки. Завтра с утра, чтобы было все хорошо. Как вода-то? Вода теплее, чем в прошлый раз. Вот помнишь, когда мы с тобой в прошлый раз приезжали в марте? Пойду пощупаю, может, обманываешь? Нет, что, я честно. Да. Костя тут нашел другое место для набора воды. Камней-то сколько? Хоть смочиться. О, вода на самом деле холодная. Да. Я, наверное, сейчас умоюсь этой водой. Здравствуй, Нелинга! Привет тебе от всех нелинджан! Что, тебя
наша храбрая воды жахнула, но куда больше заедет теперь? Прекрасная погода. Не правда ли, месье? Не правда ли, сударь? Так. Так. Как мы заскочили, да? Легко. Вот так вот. И сейчас мы снова поедем по деревне. Как-то оно тут стоит. Как не катится назад? Вне зависимости от того, куда ты сейчас приехал, идет аутотринг. Сейчас да, идет аутотринг. Не глядя на то, мы куда это ты, зачем самое, ты, да. Что ты? Ты приехал мы тупо отдыхать. Едем на рыбалку. Расслабься, отдохни. Да. Червей взяли, удочку взяли, спиннинги вот. Сейчас. Не снарядили. Срослось там, это самое, предположим, с червями, да, вот вышеупомянутым. Да и в нюх их чихпых. Да, конечно. Нет, я об этом не думаю. Молодец, уважаю, вообще уважаю. Да, черви это вообще ниша это раса. Это не главное, это ниша раса, да. Ниша каста. Это кольчатые. Они же из семейства кольчатых. Да, мы их используем. Мы просто. Же кольчатых не уважаем. Мы их используем. Их используем, да. Это то, что мы используем. Да, едем. Да. Ну, против солнца. И поэтому, Васильич, ты же серьезный мужчина, ты взрослый, да, человек. Ты понимаешь, что это наша, как тебе сказать, вот эти кольчатые, это подвид, да, который мы используем для своего благополучия. Да. Нафиг заморачиваться вообще тем, что вокруг творится. На данный момент тебе сейчас, хорошо. Сейчас мы тебя свезем на это самое. Лично зад... мне на данный момент просто обалденно. И не из-за того, что я усугубил 5 капель запретного зелья. Да, запретная жидкость. У меня еще немножко есть. Еще 3 капли. Нормально. Александр, не дрова везете. Так, сначала мы свезем человека на эту самую. На куда? На свалку? Ну куда? Не. Чтобы он уловил хариуса. Я знаю, я тебе привез. Тихо, подожди, все, грузимся. Пойдем, покажем дорогу. Вот здесь тебе надо будет вот туда спуститься. Вот. И на удочку кидать вон туда. Вниз. Что, первый пойдешь? А удочку чего? Нет, я посмотрю, я удочку сейчас возьму, все, вижу. Здесь можно спуститься. Спрыгнуть. Смотри, даже вот с этого берега, вот здесь, вон туда, ага. Удочку забрасываешь, и вон там хариус должен быть, понял?
На мелководье здесь, да? Ну ты вон туда. Он вот здесь может быть, вот здесь. Но ты вот как бы типа, ну все, пробросай здесь. Ага. Все? Все? Понял? Все, понял. Ты сможешь здесь спуститься? Вот, конечно, смогу. Ну смотри. Чтоб не было несчастного случая. Мы-то поедем обратно. У вас на рыбалке несчастные случаи были? Не надо. Разберешься с удочкой? Конечно. И черви. Мы поехали спиннинги там налаживать. Подожди. Одинокий кончик. Ты берешь необходимое, а я беру... Завтра, наверное, просто сумочку берем, еще что-нибудь там с собой и все. Вот мы снова в том месте. Где у нас водки? Да. Пишется. Да нет погонов, просто... Так. Так. На нем... Кочи голубые, наверное, Костенька дурак. Гоу, просто видео. Ёксель-моксель. Смотрите, здесь явно кто-то тут был на берегу. Либо медведь, либо рыбак. А. Это был медведь. Это был медведь. А что он тут делал? Явно не рыбу ловил. Медведь. Главное, что Васильич не знает, что тут рядом ходил медведь. Ну что, Васильич там пытает счастье поймать хариуса. Если было что, нет? Поймал? Поймал хариуса? Я кушка поймал. Вот Васильич поймал хариуса. Вот. Уже какой-то
Какой-то праздник. Лосей еще ловит на удочку. Значит, на червя. Я, Лосей, предлагаю идти домой, сварить уху из того, что есть, чтобы ее поесть. И теперь мы счастливые обладатели обалденного количества рыбов. Мчимся, как Павел Буры, русская ракета, да, в гору. Бурбуре. Летим. Ну, видишь, опять же, все зависит от шофера. Шофер-то этот, торпеда. Шура, торпеда. Да. Всех ямов он тут знает. Мчимся. Что с пальцами-то у тебя случилось? По Карповской. Саня, дорогу делаем шире. Ширее. Ширше. Вообще, в абзац. Чистим добычу. Александр Владимирович зачухлянился. Но он же. Он буквально расчлениватель. Сегодня приехали. Вот уже. Бац. Самое главное, посмотри, какой у него нож. Какой нож. О-о-о. Он такой. Чик. Как ему? Даже не надо прикасаться к рыбе. Он сам шкуряет ее. Сам. Живую. О, вот это нож. Лисандер, где вы взяли такой бенч-нож? Давай не будем. Да. Вот этот утюг, ну, в смысле, колун. Он же как бы под дичь, он под дичь. Под какую такую дичь? Мы сегодня ее снимали. Ты снимал ее? Я не снимал эту дичь. Ты не снимал? Я не снимал. Ты снимал. Подождите, вот там за синей бочкой чьи-то две ноги. Давайте мы проследим. Кто же хозяин этих двух? Хозяин этих двух ног? Этих двух стройных ног? Васильич, йоу! Васильич, йоу! Это человек, который победил Хариуса. Уборол целого Хариуза. Васильич. Хитрого. Ну согласись. Чего? Наводка была? Какая водка? Подожди. 21.0. Пытаемся сварить какой-нибудь еды. Васильич берет пустую канистру. Значит, еда будет воображаемая. Александр Владимирович пытается показать, что он важный человек в этой жизни. Колхозник. Съездили на водоем. Васильич изловил хариуса. Александр Владимирович. На пафолты ставить. Александр Владимирович изловил воконя. Небольшого такого ребенка. Погода стоит отменная. Как у классика сказано, ах, лето красное, любил бы я тебя, кабы не зной, не комары да мухи. Со зноем у нас сейчас все хорошо, зной отсутствует, а вот комары и мухи — это просто абзац. Я на данный момент пытаюсь отмахнуться от мошкары, от комаров и прочей бодяги. Они лезут везде, в лицо, в тазобедренный сустав, в ротовую полость. Да. Ну а что делать?
упираемся. Вот. Но опять же, все зависит от того, как Александр Владимирович намашется вот этой требухой. Что в народе зовут? Стойка. Йоу! Йоу! Команда, everybody, let's go! Туда снимай, туда снимай. Куда туда? Туда? Все, туда снимаю, туда. Вот. Велено снимать туда. А на морском песочке а я Марусю встретил, а в розовых чулочках талия в корсете. Ага, ага, талия в корсете. Ага, ага, талия в корсете. А где же ты, Маруся, с кем же ты гуляешь? Одного целуешь, а мини кусаешь. Ага, ага. Ами не кусаешь. Ага, ага. Ами не кусаешь. Алло. Брось заниматься таким этим грязным делом. Я же извлек из холодильника вот этот сосуд греческий. Александр. Чем можно заманить? Я тебе чокаю, я тебе чарую. Где? Сам мозг гниет. Пойди, дорогой, пойди, пойди. Мы с тобой мякнем сейчас по стакашечку охлажденного из холодильничка. Как ты насчет этого? А так и вон наш холодильник. Синеет вдали. Все закрыто, нет? Мы все забрали. Завтра уже. Завтра все уже второе число. Завтра, да. Боже мой! Какая чудовищная провокация!